Всем привет! С вами Стас. Так, мне кажется, будет лучше. Фрисби! Вау. И сегодня у нас новый вызов. Я должен съесть ложку табаско. Табаско у нас находится вот здесь. Это настоящая табаско, никакой не томатный сок. Давайте я вам покажу поближе. Так вот, вы видите табаско. Там вот осталось даже немножко. И вызов заключается в том, что должен либо съесть, либо продержать определенное количество времени табаско во рту. Вот ложка. Вот табаско. Также я, не знаю, буду закусывать всем, что придется. Это сыр, сырный соус, хлеб, вода. Молоко я не пью, поэтому придется так. Так, прям при вас сейчас на камеру буду наливать табаско. Бух ты мой, как оно пахнет. Но я не полную ложку налью, я налью чуть-чуть. Потому что была бы у меня обычная табаско, я бы съела табаско хабанера из самого острого перца в мире. Ну, либо одного самого острого перца в мире, я не решусь. Так. Вот столько вот у меня табаско. Оно еще и капает, но еще и жидкое. Итак, давайте начнем. Вот у меня наготове, если что, сыр. Маздам, по-моему. Закусывай. Табаско меня отпускать не хочет. Ну что ж, ребят, ложку табаско я съел, у меня до сих пор осталось жжение во рту. И, пожалуйста, ребята, не повторяйте это дома, если у вас нет никого, кто за вами может посмотреть, потому что, ну, реально плохо человеку может стать от ложки табаско, особенно от табаски из перца хабанеро. Вот из этого, запомните, пожалуйста. Я был под присмотром моей любимой собаки Крошей Кокетки. Вот она сидит. И что ж, и да, пишите в комментарии ваши вызовы, которые вы бы хотели, чтобы я снял на камеру. Типа, давайте уже сами придумайте, чего типа. Пишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно прочту, лайкну, ну и, конечно же, выполню. Ну а также подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в Твиттере, Инстаграме и ВКонтакте. Там будет много всего интересного, там уже много всего интересного, особенно ВКонтакте. Не забывайте подписаться, также звать друзей, чтобы они подписались на этот канал, потому что видите, насколько этот канал прекрасный. Ну что ж, я на этом с вами прощаюсь, до скорых встреч, пока!